Ходил к дому, увидел волчий след, и я решил, что, наверное, у нас гости. Много бабушек и на каждый галстук. Ах, бабушки, зачем вам такие уши? Ах, бабушки, зачем вам такие зубы? Спасибо бабушке за то, что вы пришли слушать. Здравствуй, бабушка, твой прицел верен. Здравствуй, бабушка, твой взгляд гасит пламя. Здравствуй, бабушка, ты всегда у двери. Кто сказал тебе, что ты вправе править нами? Наша жизнь бросает, но в ней есть что-то непонятное, как голова на блюде. Почему игра всегда в одни ворота? И почему в поле так много судей? Ты лучше спой для нас, а мы тебе спляшем. Пиши, милая, а мы почитаем. Скажите бабушке, всем подружкам вашим, что мы ночей не спим и все о них мечтаем. Здравствуй, бабушка, твой прицел уверен. Здравствуй, бабушка, твой взгляд гасит пламя. Здравствуй, бабушка, ты всегда уверен. Но кто сказал тебе, что ты вправе править нами? Простите, бабушки, но скоро придет охотник. Не ровен час, он вас не признает. Простите, милые, но вы надоели. Найдите лучше место и займитесь делом. А мы утрем слезу, и мы вздохнем тихо, и мы помашем вслед.